Всем привет, с вами Макс Гюнтер. И сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы посмотрим с вами игрушку Desert Simulator, то есть симулятор дезерта, типа симулятор дезертира. В общем, игра вышла летом. Представляет собой, в общем, ну как и понятно из-за названия, симулятор дезертира. Нужно сбежать с военной базы, насколько я знаю, судя по описанию. Давайте попробуем. Настроек. Звук я вообще тут не нашел. А, вот, смотрите, можно, давайте выключим пока что музыку, потому что орет окрестная. Вот. Так, а можно выбрать мотоциклы, смотрите. Пока доступно два мотоцикла, у них разные, по-моему. Нет, одинаковые показатели. Дальше уже, видимо, можно будет как-то открывать, что ли. Вот, даже есть крутые всякие классические мотоциклы, типа Харли Дэвидсон и все такое. Так, вот тут у нас есть тур, и можно выбирать ездоков. Игра, по-моему, разрабатывалась какими-то инди-разработчиками из Японии, вот. Ага. Так, Game Start. Очень достаточно неудобно управляется. Весело. Фига себе, блин, просто мечта пацифиста, а не игра. Так, попробуем еще раз. А, это типа ясно. Это... Хотя нет. Фига себе, блин. Фак. Все, я типа заглох, да? Так, сейчас засеку время. И что? Симулятор пацифиста и ачивка дрочера. Потому что каждый раз вам дает. Просто шикарно. Каждый раз нам дают ачивку. Просто дохренище. Так, атакт. Пожарный гидрант был атакован. Сердечко взяли. Блин, тут капец, у него очень сенса просто супер чувствительная. Типа такой, я не буду воевать, типа я пацифист, фак. Не, игра просто на самом деле достаточно оригинальная задумка. Я подобно где нужно было убежать с базы, являясь военным. Так, вот это прыжок на 50 метров, дали ачивку. А, видимо, смотрите, мы получаем очки, и потом можно будет на эти очки купить себе новый мотоцикл или там нового солдата. Да, фак. Взрыв газового баллона. Так, ладно, попытка номер не знаю какая. Там уже пятая или шестая. Энки Райдер, да, блин. Так, давайте попробуем, может, свернуть. А чё джип, типа, убийца, он нас будет преследовать? А, нет, не это. Блин, как тут вообще вот возможно, он потому что постоянно... Фак. Давай. Поворачивай. Давай.
нет, я не хочу воевать, я не хочу служить в армии. Я хочу петь песни, курить травку. Что это такое? Ремувал какой-то. Первый не получал ачивки с какого. Тихо. Так. Отвали, чувак. Блин, это... нет. Вообще, управление. Почему тут нет управления нигде? Кстати, по-моему, он так едет, кстати, да. А, ну-ка, не знаю, так. Блин, вот я... Очень понятно. Если что-то задеваешь, то автоматически это, в общем, часть тела отлепляется от мотоцикла. Можно вообще попробовать пердячим паром. Я думаю, не получится. О, о, давай, 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 давай. Фак. Да, веселенькая игра. Ни хрена себе, как он, смотрите, как он умеет. Просто каскадер настоящий. Что тут? А, слушайте, можно на бэшку можно прыгать, оказывается. Фига. Давай, давай, давай. Мы сделаем это. Мы удерем с военной базы. Давай, давай, давай. Борись, борись за жизнь. Давай, чувак. Нет. Симулятор индийского каскадера, я бы так сказал. Давай, чувак, вперед. Фига себе, мы уже проехали 420 метров. Ну все. Стой. Так, давайте попробуем, не знаю, посмотреть, что у нас есть из мотоциклов. Что мы можем купить? Лок. Так, а как открыть, интересно? И тут тоже локт. Голд, золотой солдат, охренеть просто. Пока что, в общем, у нас есть японские табуретки. Не, мне нравятся классические, я не хочу. Так, байк, райдер, селект. Так, ну это все, ладно. Гейм старт. Давайте попробуем сюда. А, черт, нет. Рука одна съехала. Да, блин, не получилось. И, типа, вот такой, кто-то выстрелил, он такой, типа, раненый. Нет, я не сдамся. И такой, значит, это, пытается. Блин, джип, отвали нахрен отсюда. Еще одна чекуда, просто вообще. День. Ты еды ищи. Так, едем. Давай, давай, давай. Да блин, а почему он не подлетел, ты ё-моё. Эй, не надо, нет. Ай, чувак, ножкой от ни хрена себе ускорение поддали. А что там было такое? Так, ну вперед, я думаю, давайте попробуем вот. Ты ищ. Нормально. Нет, 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 нет. А че он часто не прыгает? Он же раньше прыгал. Давай, крутись, вертись.
мазафака, мазафака. Все, конец. Хотя, может быть, и нет. Давай, давай, давай. Давай ногой. Блин. Ты бич. Поехали. Начинающий ездок дали ачивку. О, шикарно просто. Ноги в растопырку. Блин. Нет, управление у нас достаточно сложное. Играю на джойстике. Блин, все. Пацифисты просто будут с этой играшки получать истинное наслаждение вообще, которое ни от какой игры не получали. Все, приехали. Слушайте, интересно, а где вообще выход с этой базы? Можно ли с нее уехать? Что я... А, черт, я хотел попробовать, может, в баллон ехать. Блин, нет! Машина там промелькнула. Давайте попробуем въехать в баллон. Ты-дыщ. Сейчас какую-то ачивку дадут по-любому вообще. Нет? Нет, дали. Типа большой газовый баллон. Взрыв большого газового баллона. Так. Тут перекрыто, да? Можно попробовать сюда заехать, но тут какие-то блин, бочки. Это взрывоопасные, да? Нет, взрывоопасные. Пошли нахрен. Чувак, живи. Тебе хватит сил доехать до дома. Отталкивайся своей ножкой. Да блин, ну почему он заглох-то, ё-моё? А, нет. Скорость, когда останавливается на показателе, на спидометре, в общем, то тогда все на самом деле становится естественно. Да, блин. Давай, давай, давай. Как-то странно, он вроде как-то прыгал у меня. Блин, битый какой-то этот показывают. Не бетон. Железобетон тут при чем? Типа этот ехал в стенку. Все, началось разгуляю. Ты дыч получай. На тебе. Сейчас машину не проехал. Она задает. Приехали. Подождем автобуса. Ну, вроде он прыгал на этот, на красную. На Б. На кнопку Б, но что-то не хочет. Эй, чувак, привет. О, сейчас. А, фак. Слушайте, а можно попробовать развернуться, и там тоже трамплин есть, и в ту сторону вон это. Тут, кстати, какой-то странный звук, как будто флешка отсоединилась от компьютера. Знаете, когда либо флешка раздул, ну, не очень, либо когда на компьютере порт изменил не очень, звук такой туду-туду, вот то же самое, что. Так, смотрите, у нас неплохие шайдут перекрыть, да? Давай, чувак, едем. Поворот. Блин, ну тут железобетон такой, он все испортил. Давай, давай, давай. Нет, нет, не сдавайся. Вперед, ну уже. Блин.
тут в этой игре не хватает какой-то эпичной музыки из таких старых боевиков 80-х, 90-х годов, даже 70-х. Какой-нибудь такой офигительный. Все. Так, давайте попробуем, может быть, все-таки открылось что-то. Нет, все равно локт. Как получить, это вообще загадка. Может, нужно на этом проехаться, когда нам его дадут? Ну, типа там что-нибудь, не знаю. Ну ладно, давайте попробуем на золотистом. И золотистого выберем. Так, минуту. Вот так вот. И золотистого ездока выберем. Может, он как-то какие-то особые у него эти, да не вроде то же самое. Да блин, вот. Ах ты, черт. Кстати, можно проехать, оказывается, здесь. Но, мне кажется, мы. Давай. Фак. Да, блин. Чтоб тебе. Ну, чё он не прыгает? Раньше он прыгал неплохо, так все завалился на боковую. Давайте попробуем, все-таки мне хочется классический черный, ну, синий табурет и такого вот солдата. Так. Нет, они по-прежнему закрыты. Тогда давайте просто играть. Так, минутку, я же забыл, как же меня надо. Господи. Ну чё ты, давай, едем. Так, бочки. Блин. Давай в развалочку, давай. Все, мы застряли, да? Фак. Финаси, что это такое? Слушайте, оказывается, можно и так делать. Ничего. Ну а. Хрена себе. А, слушайте, то есть после каждого заезда можно еще всегда попробуем на велосипеде это все сделать. Tap to continue. Необычный, подождите. А, вот тут. Так, что нам тут бросит сейчас такое? Наши товарищи хиппи. Так, ну-ка давай. Кто там за говно? Все вот дечки. Тоже здорово.
охренеть просто. Так, еще одна сброс. Вот так открывать всякие штуки. Надо просто. О, отлично, мы нашли какого-то мужика небритого. Все, да? Блин, круто, слушайте. У игры оказывается больше всяких плюх, прикольно. Попробуем, давайте велосипед. Где он? Во! Шик. И мужика вот этого. Блин, я столько там пропустил всяких ништяков, ё-моё, если бы знать. Поехали. Типа, это призывной пункт, и он такой, нет, я не пойду служить. И все. И его сейчас заловят. Типа, мопед. Не мечтай, что это мопед. Уи! Сейчас насадится на елку. Давай, давай, едем, едем. Блин. Все, отдыхаем. Там что-то нам, смотри, что-то нам сейчас дадут крутое. Так, ну-ка. Только не сердечки. Тот же самый мужик, но осужденный за то, что он не пошел служить. И в общем, он уклонист, и, в общем, его за это осудили. Давайте попробуем его взять. Офигеть, тут качок есть, пипец просто. Кстати, смотрите, у него получше управляемость, то есть он немножко отличается. У этого тоже, кстати, управляемость получше, типа хендлинг. Похоже на то, типа маневренность, я не знаю. Так, теперь это уже не просто побег солдата. Уже, блин, на себе получше. Теперь это побег зэка. Уи, охренеть, а чё он не держится руками, что ли? Кусок бетона мы получили. Так, давайте тогда этот возьмем, наверное, классический лучше. Блин, круто. На самом деле, что-то в этой в игре есть. Хоть она и сделана примитивно, но у нее очень оригинальная идея. Слушайте, он вообще не держится, ни хрена. О, даже ногой задел. Да, а чего он камень? Дурак, что ли? Или мне нужно обязательно это? Жестик держать, ни хрена. Я держу и каскадер это все. Что такое с этим парнем? Слушайте, или хендлинг у него, типа, потому что как раз тут была, типа, штука. Райдинг. Блин, ну не знаю. Чтоб тебя, господи. Блин, а как теперь предыдущие эти... Блин. Мои... Всякие, не знаю, достижения там... Не достижения, а, в общем, очки получить. О, офигенно просто. Не, в этом плане первый был лучше. Давайте попробуем, что ли, этого офисного работника взять. Блин, да ё-моё, я не хотел. Чё он не это? Не того самого. Так, байкер. Я на месте. Вражеский солдат. Так, попробуем сейчас на это. Может, он держит? Так, это держит. Отлично, молодцом. Блин, чё с руками-то? Чё-то ему плоховато, по-моему. Он захотел из табуретки сделать чоппер. И сел в такую пафосную позу. Фак, тут опасные бочки. Я не поддамся. На их провокацию. Давай, 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 едем, едем, едем.
Нет, машина-убийца. Пошла нахуй. О, отлично, давайте. Давай. Уи, фак. Зато фонарный столб сломали. Так, ну-ка давайте мне какую-нибудь плюху с небес. Во. Слушайте, а это дается каждый тут даже отсчет времени, охренеть. Просто вообще. Так, и что, мне ничего не дали, что ли? Блин. Как удержать народ в игре? Просто сделайте отчет всяких плюх и все, они будут ждать и ходить. Да чтоб тебя я не хотел. Чувак. Блин. Ну уже. Все, отдыхает. Так, куда мы еще с вами не ездили? Мы прямо постоянно ездим. Так, осторожно, бочки убийцы. Сердечки собираем. Да ёба мать. Он сам поедет, пиздец. Отлично. Сердечки нужно то открывать, потому что открывать нижние эти ящики. А чё, опять по нам попался? Так. Да, блин. Так, я получил бутон с взорванной гранатой. Не знаю зачем. Блин, он бочку сейчас рванет, уже испугался. Давай! Нет, цепляйся, черт тебя подери. Ничего не дали. Давайте дождемся, что ли, вот этого вот подарка с небес. Дар богов. И потом тогда завершим наш обзор. Первый взгляд. Черт. Какого хрена? Так, ну смотрите, ускорялочка есть, да? И что-то я на нее не попал. Интересно, как дрифтить? Потому что ачивка есть, типа, дрифт. Там какой, кто может его сделать, не знаю. Чуть джойстик не брать. Да, черт возьми. И машинка. Проехалось. 5 минут есть еще. Получай. А чего дали? Так, ну сейчас мне дадут, наверное, тоже небесный дар. Угу.
И чего? 208 очков. А где их смотреть-то вообще? Так, опять он решил сделать чоппер из обычной табуретки. Ну, это сразу видно, парень из какой-то, видимо, глубинки решил выпендриться перед своими корешами. И такой, типа, я сейчас на табуретке проедусь так, как байкера ездит на всяких крутых мотоциклах. Да нет, нет, давай, 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 есть, я верю в тебя, верь, да блин, скотина. Сколько там времени это было до этого удара, я чуть не приметил. Так, еще раз пробуем через верх. Опа. Да. 3 минуты, 30 секунд. Нет, мы едем. Не, ни хрена мы не едем. Потому что, по-моему, солдат был самым устойчивым в этом плане. Вот, давайте лучше вот так. Так, и у нас там этот, да? Табуретка нужна мне вообще-то. Пацифист солдат. Фига себе, там машина дает. Отлично, все мне вот это расхерачило. Блин, ну че он? А, давай, 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 давай. Черт, нет, не останавливайся. Блин. Так, у меня можно уже это, смотрите, сделать. Отлично. Дар богов. Этот хрен. Ух, ни хрена себе. Мопед. Я получил мопед. Это лучше, чем табуретка. Вот он. Спит вообще какое-то говно. Возможно, кстати, есть чем меньше показатель, тем лучше. Я не знаю. Давайте попробуем. Так, а что у меня какая-то хрень прилепилась? Кстати, у него немножко другое управление, реально. Какой-то такой более, не знаю, подвижный швол. Смотрите, взяли копье себе в руки. Человек его не затаранил. Давай, чувак, мы выберемся из этого. Из этой сраной военной части. Блин, вообще шикарный мотоцикл, он очень хорошо. Давай, давай, давай. Блин, нет, нет, ну что же наделал. Отлично, едем. Все, да? Это конец, не подождите. Это еще не конец. Мы едем. Отлично все. Прыжок веры. Уи, хрен там тебя, не прыгнул к веры. Бест, лучшее вообще. 780 метров проехали. Офигительно. Чё там? Можно теперь мне? Да, еще мы еще раз даже успеем сыграть. Уи, блин, нет, неудачно. Давай, давай, давай. Давай, давай, отлично. Да что? Это то ли тоже кто вводит тоже какие-то эти.
Так, у нас есть дар богов серебряный. Что у нас тут? Что-то камуфляжное. Значит, тут, наверное, какая-то крутая тема. Да, там заключенный такой сидит. Блин, сами себе. Хотя они, наверное, помогут открыть вторую. Ну, в общем, вот такая вот веселенькая игра. Оригинальная. Упоротая. Вот. Я думаю, своих ценителей она обязательно найдет. А с вами был Макс Гюнтер. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал и зовите своих друзей. Всем пока.